праздник будет с самого утра до позднего вечера. И также, наверное, как на День города, тот замечательный день, когда сфера потребительского рынка совершала подвиг, скормив половину мясокомбината участникам барбекю на набережной, наверное, то же самое будет в этот день. Все будут есть и пить. На каждом центре розыгрыша призов будет организована работа предприятий общественного питания. Это и ресторации, это и кафе, это и столовые, и ассортимент изделий. Широта предлагаемых блюд будет самой разнообразной. Наверное, новелла этого сезона будет то, что предприятия общественного питания будут работать на прилегающих территориях к центрам розыгрыша призов. Не всегда в здании будет представлена буфетная продукция, а будет располагаться палатка, мангал, кафе, посадочные места, музыка и так до вечера.